Ще раз кажу, доброго вечора. Інформаційний марафон «Незламна країна» продовжується на п'ятому каналі. Починаємо наші розмовні студії на сусідньому майданчику. На п'ятому каналі вже є мій перший гість. Сьогодні це Арчил Цинцадзе, грузинський полковник, військовий дипломат, радник міністра оборони України у 2015-2019 роках. Доброго вечора. Щиро дякую, що ви прийшли до нас на інтерв'ю. Тема дуже важлива, тому що кілька днів поспіль таке словосполучення, як «брудна бомба» було піднято на найвищі щаблі дипломатичних розмов і розмов з військовим керівництвом європейських країн. Ну, зокрема, ми знаємо, що Шойгу два рази говорив з Ллойдом Остіном, це керівник Пентагону, говорив з міністрами оборони Британії, Франції і Туреччини, розповідаючи їм черговий фейк про те, що Україна готує використання брудної бомби. За вашими оцінками, як дипломата, як військового, така спецоперація була розрахована на що? І розрахована на що? Да, так, це інформація, яка так мусірує і розказує нам, що да, були такі перемовини, а потім вже стали коментувати, там американці коментували, британці коментували, але немножко французы и турки, они воздержались этих комментов, они не рассказали, о чем был разговор. Сказали, что разговор касался Украины. А в реальности, я думаю, что у Шойгу это была попытка продолжить вот ту информационную войну, и как-то подкрепить свои, как бы сказать, действия, которые, ну, я считаю, что больше они связаны с тем, что запугать опять наших партнеров, запугать тех основных доноров, которые Украине надают помощь военную, в первую очередь, и политическую также. И как-то их заставить опять или отказаться, или уменьшить военную помощь для того, чтобы, ну, понятное дело, как-то вывести себя из ситуации положения. Я думаю, что, ну, смотрите, несколько раз они перешли, вот, скажем так, вот свои красные линии, которые они рассказывали, что и вначале, если вы помните, был разговор о том, что вот Украина готовит ядерный удар и готовит такую грязную бомбу для того, чтобы напасть на Российскую Федерацию. Был такой разговор. И это являлся претекстом, то есть той причиной, по которой Путин небо-то начинал войну. И потом так и продолжалось, его никакие доказательства не дали, и все же продолжается, опять же так продолжается. На самом деле они стараются как-то вот так поднять накал, поднять градус всего этого и рассказать, что вот Украина сейчас она использует то и вроде готова на своей же территории использовать, и это потом будет опять обвинена Россия, и для этого мы вот вас предупреждаем. На самом деле это телефонні розмови – це такий акт попередження. Ми вас попереджаємо, що українці такі погані, що вони готові використати цю брудну бомбу на власній території. Чи не означає це, на вашу думку, що таким чином росіяни, ну, так би, пояснюють свою індульгенцію, що ми можемо використати ядерну зброю, якщо Україна буде брудну використовувати? Може бути, це так інтерпретовано, але на самом деле вони вже, ну, якщо посмотреть їх стратегію применення ядерного оружия, їм така індульгенція не нужна. Вони вже давно могли би применити це ядерне оружие, или тактического типу оружия, или, ну, не говоря о стратегическом. І для них вот то, що вони накалюють ситуацію і так далі, це, я вважаю, що це уже лишнее, а это единственное то, что они могут это использовать, опять же, для устрашения наших партнеров, им рассказать, что вот вы перестаньте, а то мы вот в какой-то момент это сделаем. Я думаю, что украинцев уже не испугать ничем. Сколько бы они этого ни рассказывали, они ход событий, ход войны уже не смогут в реальности поменять, и потому, понимая, что у них безвыходное положение, понимая, что вот та поддержка, которая в Украине сегодня существует, она будет длиться до момента,
момента, пока Российская Федерация не будет побеждена. Тому и вот есть попытки на самом высшем уровне, и есть эта попытка, опять же, часть той информационной войны, которую Российская Федерация ведет. И она большей частью рассчитана не на Украину, она большей частью рассчитана на своих граждан, и плюс она рассчитана на наших западных партнеров, чтобы опять их устрашить и показать, что вы перестаньте, не надо поднимать ставки, а то мы еще хуже сделаем. Вот, насколько я разумею, західні партнери чітко розуміють, з ким мають справу. Спільна заява з'явилася сьогодні. Голова Пентагону, британський міністр і французький абсолютно недипломатично розказали Шойгу, що те, що він говорить, це просто є неправда. Звісно, що заява дипломатична, але в телефонна розмова, як кажуть, була така на відвертих тонах. Крім того, якщо ми далі зачепили тему про ядерну зброю, я хочу зачитати вам питання від наших глядачів. Питання до експерта. Як ви вважаєте, чи здатен Путін на запуск ядерної зброї? І поясніть, будь ласка, простим глядачам, скільки людей треба задіяти, щоб зробити запуск? Тобто ми покладаємося на дані розвідки, які офіційно публікуються, про те, що зброя не розконсервована, вона не перевезена, не підготовлена. Тобто розвідка має дані, що поки таких підготовок немає. Але якщо, не дай Боже, щось почнеться, чи велика кількість людей буде задіяна в цьому процесі і що це буде за процес? Ну, в первую очередь, я считаю, что очень малая вероятность, там процентов, наверное, 2-3, того, что Путин в какой-то момент решит применить ядерное оружие. Оно будет тактическим или стратегическим, это уже другой вопрос, насколько у него будет там все плохо, исходя из этого. Я все равно думаю, что он этого делать, я склонен думать, потому что этого делать не будет, потому что, в первую очередь, помимо того, что, да, он принимает решение, и он в какой-то момент, и когда это решение он примет, потому что в реальности у него стратегия своя, стратегия безопасности, которая существует для применения ядерного оружия Российской Федерации, она уже ему дает возможность это оружие применять. То есть он будет постоянно использовать то, что вот у них ядерная страна, и они это оружие могут применить, и они постоянно будут этим пользоваться и постоянно устрашать всех. Но других у них в данный момент инструментов никаких не осталось. И это один единственный инструмент, который они вертят взад и вперед, чтобы как-то его максимально использовать. Что касается самого момента, там мы увидим... Алгоритм дій, так бы мовити. Да, алгоритм дій, да, он очень простой, там все разведчики, и стратегические разведчики, и оперативники очень хорошо знают, где хранится, там, какие есть склады, где хранятся ядерные боеприпасы. Они понимают, что этот сигнал должен поступить на склад, где хранятся ядерные боеприпасы при какой-то температуре, там есть склады самих носителей этих ядерных, как бы сказать, головок, это другие склады. Пока там, например, будет расконсервировка вот этого оружия, ядерных боеприпасов, это уже будет понятно, потому что там будет команда поступать, и команда, она ведь не поступает напрямую там от там Путина до командира части, она будет по цепочке спускаться, и это уже понятно будет, что там в цепочке будут возможности и прослушать, и кому-то рассказать, и проведать, и дознаться этой информации. И потом в эти части они будут и одна, и вторая задействованы, пока они там донесут вот это оружие там в носители потом будут выезжать там на передовую. И это все, я думаю, что очень легко отследить, это все будет понятно. Ну, да, есть там расчетное время довести там ядерный боеприпас до носителей, потом носители донести. Но это все ведь зависит от того, какого вида они решат оружие применять. Если тактическую сброю, это быстрее пройдет, если стратегическую, то оно немножко дольше будет длиться. Если такие процессы почнутся, не дай Боже, знову ж таки кажу, про це буде публично оголошено нашими європейськими партнерами по НАТО, чи це буде інформація закрита, ми будемо розуміти, що якщо дипломатичні представництва виїжджають з України, то значить є якась тривога. Ну, когда я в реальности спрашивал своих друзей там, с Пентагона или из других каких-то там силовых учреждений, мне всегда говорили, смотрите статус наших посольств. Если посольство там передислоцируется или уезжает, то они дают какой-то особенный сигнал для того, чтобы понимать, насколько
поскольку для них безопасно, ну, поскольку для них безопасность важна своих граждан, своих посольств. С одной стороны. А с другой стороны, они всегда склонны преувеличивать. Вот, немножко они превентивно все это делают, и это не совсем может значить, что вот надо немедленно куда-то уезжать, надо немедленно там прятаться и так далее. Я думаю, что на самом деле мы все родились в Советском Союзе, ну не все, но мое поколение во всяком случае, и мы были готовы там к каким-то там действиям, мы понимали, что вот есть какая-то угроза, и надо быть к этой угрозе готовы. Я думаю, что вот как раз роль государства и состоит в том, что вот своих граждан, независимо от того, насколько высокий коэффициент и насколько высокий риск того, что может такое случиться, мы должны к этому быть готовы. Я считаю, что и государство, оно, ну, должно было быть готово к войне, и понятно было, что мы вот проморгали і пропустили. Ну, тобто такої репліки, що ми не оголошували, щоб не створити паніку, в наступному не буде в подальшому. Ну, пам'ятаєте, так? Ми не хотіли говорити, що буде війна, щоб не було паніки серед українців. Ну, я думаю, що паніка намного краще, ніж жертви людські. Я думаю, що цю паніку, якщо паніку нормально привести в якийсь графік відповідної там готовності, ніякої паніки не буде. Не паніка повинна бути, а чіткі сформулювані дії. І це називається громадянська оборона. І в громадянській обороні, ну, чітко понятно і розписано, хто має що робити. Я недавно бачив якийсь лист, ну, список, що треба купити для того, щоб, якщо в разі вдруг там ядерної війни, і у мене аж челюсть свалилось, потому что, ну, я такого списка нигде не видел, никогда не слышал. Там было написано все, что хочешь, абсолютно. Единственное, не было там дозиметров, которые я считаю, что это было основой основ для того, чтобы понимать, что происходит. То есть это все опять на дилетантском уровне происходит. Мне бы хотелось это все равно увидеть на государственном уровне, на уровне того, когда вот действительно профессионалы возьмутся за свое дело, и они вот четко, целенаправленно будут рассказывать населенню, як захищатися. Хочу поговорити з вами про ще один пропагандистський фейк російський. Своїм громадянам Росія пояснює, що вони воюють не з Україною, а з НАТО, з Альянсом. А військові дії розгортаються на території України. От. І в мене от логічне питання в зв'язку з цим виникає. Невже російські громадяни можуть повірити, що Північно-Атлантичний альянс настільки слабкий, що він не може стерти Росію з обличчя планети за дуже короткий проміжок часу? Що ця війна в лапках з НАТО триває вже 8 місяців? Ну, можна повірити в слабкість великого ворога, страшного ворога, яким лякали росіян роками, десятиліттями, що НАТО буде біля кордонів, це велика загроза. І НАТО тут не може ніяк приборкати російську армію. Но давайте скажем таким образом, что россияне могут во все поверить. Если они верят, что украинцы съедают новорожденных детей, то они для них, то, что в них закидывают, это и закидывают в течение десятилетий, они в это свято верят, насколько я понимаю. И любая дезинформация и любая информация, они ведь живут в вакууме, абсолютно в вакууме, это информационном, и они только слушают и смотрят то, что им говорят, они до сих пор не могут понять, где вправо, где лево. Если им расскажут, то белое – это черное, они и этому поверят, даже не верят своим глазам. И, ну, к этому удостоверяюще все это, ну, очень много фактов, и я думаю, что они четко верят, что они воюют с НАТО, и что и Украина – это как бы какой-то инструмент, который использует НАТО против Российской Федерации, и вот Российская Федерация, она обороняется. А их послушать, они в реальности ведь едут защищать свою страну в Украину. Они свято верят, что Украина – это их страна, что они должны почему-то государствовать в Украине, и они вот приезжают, они никак не могут от того постсоветского, я думаю, что отойти, потому что им просто не дали от этого отойти. И они продолжают жить в той своей виртуальной реальности, которую им создают Путин и его команда. И это будет продолжаться до того момента, пока им не выключат телевизор или пока им не выключат мозги. А они, вот видите, там, не выключают им ни телевизор, ни мозги, они просто совершают свою жизнь на передовой тут в Украине. Я не могу понять, зачем, ну,
Не могу понять, что их движет после того, когда они приехав, увидят, что увидев то, что происходит здесь, они все равно продолжают заниматься там непонятно чем. Ну, очень даже понятно, чем они, имперские амбиции двигают их ими, и они приходят на эту землю умирать. Так что я думаю, что у Путина тоже не пропало желание все еще захватить всю Украину. Я думаю, что он будет опять повышать свои ставки. И эти ставки как раз для того, чтобы их повысить, ему нужна еще больше информационная пропаганда. И он, я думаю, что он готов еще больше людей призвать, там не 300 тысяч, в реальности он будет 500 тысяч, миллион призывать. Я думаю, что вот к этому тоже наше правительство и Украина должна быть готова для того, чтобы в какой-то момент подключить, не начать мобилизационные как бы свои действия так вот, вот да, там на той стороне стало войско там миллион или полтора, и тут мы тоже тут должны каким-то призывом заниматься. Я думаю, что уже к этому тоже надо готовиться. И гражданской обороне, и тренировать. То есть Украина должна стать такой военизированной единицей и государством, которое, ну, понимаешь, что никуда не денется. И у него сосед Российская Федерация. Если мы хотим выжить, так как Израиль выживает, мы должны точка готовиться, готовиться и готовать. Розмови в студії Арчіл Ценцадзе. Скажіть, будь ласка, Арчіла, ваша оцінка, що буде далі відбуватися на Херсонщині, якщо росіяни будують лінії оборони першу, другу і третю, якщо передислокуються на правий берег, це означає, що вони готуються до зими і до захисту, ну, вірніше, до відбивання атак з боку українських збройних сил? Ну, у нас должно бути чіткое поняття, що, ну, во-первых, ми знаємо, що прийнято вже на вищому рівні рішення відступати з правого берега. І це рішення, ну, я б назвав... На вищому рівні у кого? У Соровікіна? У Російської Федерації. Угу. Да, тому що йому якраз дали можливість це озвучити. И это уже значит, что да, такое решение принято. И надо понимать, что вот сам маневр отступления, он очень сложный маневр. То есть это тоже надо понимать, что в разных уставах, в разных странах он по-разному называется. И нигде не называется он отступлением. Это в реальности есть там передислокация для того, чтобы там передислоцироваться или отвести, или спасти и так далее, подготовиться уже потом к наступательным действиям. Да, и то же самое, я думаю, что вот они как раз это и озвучили, что вот первое то, что стратегическое решение того, что да, с правого берега будут отступать, я думаю, что это было уже принято, а теперь уже зависит от оперативников, от тех командиров, которые в реальности принимают решения на передовой в поле, как они будут это организовывать, это отступление. Там тоже несколько фаз связано, если смотреть один с другим, как они отступают там, какие предварительные действия они делают, какую там поддержку отступающим войскам, кого они в авангарде оставляют, как они отступают. То есть это все должно быть организовано, сделано и сделано таким чином, чтобы, ну, они смогли спасти тот контингент, который там остался, и оружие, свое оружие, чтобы перевести и дать возможность той боевой единице, которая находится у них на правом береге, их выжить, а потом их переподготовить, переоснастить. И весной снова начать наступ на Украину. И опять, то есть я думаю, что сказав таким образом, что они отступают, и они будут отступать там до Москвы, это тоже неправильно. Мы должны четко понимать, что да, мы наступаем сегодня и наступаем до момента, пока у нас хватает дыхания. Я прошу главнокомандующего и Бога, чтобы у нас для этого оставались силы и возможности. И плюс к этому всему, для того, чтобы наши партнеры нам помогали в этом еще больше. И чтобы мы могли после того, когда вот отступающий, как бы сказать, враг, он уйдет, нам удалось создать для себя такие позиции, такие возможности, чтобы продолжить опять наступление. А если мы начнем разбирать, что должны делать россияне и почему они там пока не отходят, или как они будут отходить, они будут бегать, отступать, или как, это уже действительно там дело командиров, организованности армии, и я думаю, что им в реальности не удастся так организованно и четко отступить, им не удастся создать огневую поддержку тем подразделениям, которые отходят, им в реальности не удастся организованно вывести там оттуда свои войска, и у них будут большие жертвы. Я думаю, что и они сами это очень понимают, потому что исходя из уровня
готовности тех подразделений, которые находятся сейчас на передовой. Ну, я понимаю, что там уже мобики или чмобики, как их называют, они появились. Я думаю, что как раз у них будут большие проблемы с организованным отступлением и созданием каких-то новых плацдармов для того, чтобы они развили какие-то другие военные действия. Я так розумію, що в картині світу Путіна варіанту програшу в цій війні немає. І те, що я бачу з різних джерел, що є якісь намагання маніпулювати темами переговорних процесів, зокрема, там білоруський міністр закордонних справ говорив про це, турецька сторона про це нараз заявляла, що вони готові бути майданчиком для майбутніх переговорів. Росія намагається зробити передишку для того, щоб в якомусь переговорному процесі трішечки зупинитися і почати відновлювати сили. От на вашу думку, на думку військового дипломата, в якому форматі и когда имеет право быть переговорный процесс? Переговорный процесс, ну, мы понимаем, что рано или поздно, в любом случае, любая война, она должна закончиться каким-то переговорным процессом. Я думаю, что вот переговорный процесс надо начинать тогда, когда у вас есть преимущества какие-то. И эти преимущества, они как раз напрямую связаны с теми условиями, которые ЗСУ создают на передовой. Других преимуществ, я бы сказал, российская сторона признавать не будет. И это как раз, вот как говорят, где остановится Путин, где он, да, он будет сейчас искать через повышение ставок и через старание напугать наших партнеров и заставить нас опять начать какие-то переговорные процессы и использовать и китайцев, использовать и всех, кого можно, для того, чтобы да, у них сейчас есть преимущество территориальное, я бы сказал, нет преимуществ на передовой, и потому они будут стараться вот эти преимущества, которые они вот оккупировали землю, они пришли, поубивали людей, они продолжают, я не знаю, военные злочины и так далее. Вот они сейчас захотят какой-то переговорный процесс для того, чтобы все то, что они смогли оккупировать, захватить, как-то вот сохранить. Я думаю, что как раз вот это не является прерогативой украинской стороны, потому что мы должны четко понимать, что да, вот у нас будет преимущество, мы добились того, когда уже можно договариваться, и можно договариваться. Я вот недавно тоже, я четко не могу сказать, какой был там источник этой информации, но вроде была информация, что вот американцы ставят россиянам два условия, при которых там украинская сторона может начать переговоры с российской стороной. Какие-то две умовы, бо я не чула цю информацию. Да, они были такие, типа, что вот одна умова была такая, что вот мусят вывести все военные подразделения, и там вторая, я уже не помню, тоже она связана выйти на какие-то границы, но я думаю, что там есть, да, и еще репарации, в общем, выплатить, то, что была, должна быть готова выплачивать репарации, для того, чтобы вот они как-то смогли уже дальше договариваться. Вот эти были первые две условия, после которых там украинская сторона не была бы готова сесть до сил переговоров. Но я уважаю, что там минимум плюс один, они могут выдать всех военных преступников для того, чтобы их покарали. А после того я уважаю, что можно там сидеть за стил перемовин и вести перемовины там не о том, чтобы вот там видать что-то, а о том, чтобы... Але это також, я думаю, что с ними домовляться також, ну, марна справа, але домовиться для того, чтобы им дать возможность опять окрепнуть, опять нарастить мощь, силу и опять начать то злодеяние, которое они начинали там, в 2014 году и потом продолжают до сих пор, это уже всем понятно. Просто опять вернусь к тому, о чем мы говорили, что мы должны быть и к этому уже как раз готовы и готовиться, что да, мы договорились, мы понимаем, что вот граница, вот вы там, вы тут, мы тут, и после этого надо понимать, что действительно надо наращивать мускулы, наращивать
наращивать мощь Збройних сил и быть готовым в любой момент отражать, опять же, вот эти... Навалу нашого противника. Да. Хочу запитати вас ще про іранські дрони, від яких потерпає Україна останніми тижнями дуже сильно. І там анонс, що велика кількість замовлена Росією цих дронів. Зараз вони виготовляються. Іран спростовує цю інформацію, але ну, зрозуміло, що визначити країну походження дуже легко. За вашою оцінкою, Іран робить це з економічних причин? Чи з політичних причин поставляє цю зброю Росії? Тобто країна, яка під санкціями вже багато десятиліть, здається, скільки там, 45 років, нарешті має можливість показати Заходу, що вона може йому таким чином допекти. Чи це не варіант? Ну, во-первых, иранцам верить никогда нельзя. Ну, у них философия такая, что они могут вот на вас смотреть и врать вам прямо в лицо. То есть не говорить неправду все это время. Что бы они ни говорили, факты свидетельствуют о том, что да, это оружие, которое они отдали. А честно говоря, я не там профессионал вот этих дронов, и я не знаю, там я где-то читал технические характеристики, как они используются, и как, но на самом деле я их не видел, не видел вживую, я их не трогал, не могу понять. Наверное, это экспертам более свойственно дать свои заключения и рассказать четко, где они собираются, какие детали используются, и эти детали, те, которые используются, являются ли они нарушением тех санкций, по которым Иран является. Насколько я понимал, я недавно тоже читал уже это в западной прессе, что где-то приблизительно 500 разных поставок и от разных компаний через Швейцарию, через Соединенные Штаты в Российскую Федерацию поставляются все вот эти современные IT-технологии и так далее. То есть все равно и Иран, и Российская Федерация, несмотря на то, что они находятся под санкциями, они умудряются найти возможности получить вот те запретные плоды, которые им по санкциям запрещается. У Ирана, я думаю, что есть своя философия к этому. Это раз они очень долгое время стремятся стать обладателями ядерного оружия. Я думаю, что они от этой идеи не отказались. И эту идею постоянно американцы и Израиль пресекают. И понятно, Израиль точно не нужен сосед и не нужен Иран, государство, которое считает государство террористом и поддерживающим террористов, чтобы они имели ядерную сброю. Но я думаю, что вот как раз одним из причин, почему иранцы продали вот эти дроны Российской Федерации, но они то же самое, они отрицают или могут говорить, например, наполовину правду. Они не сами продали, а продали через какую-то другую страну и могут поднимать руки и рассказывать, что именно мы не продавали, а продали, например, сирийцы. Для нас это особого, как бы сказать, значения не имеет, кто продал. На самом деле это где делается и по каким технологиям делается. Но я думаю, что и россияне что-то взамен обещали, я думаю, что, может быть, даже и ядерное топливо им обещали, что не очень будет афишироваться и разглашаться. Так что от этих стран все можно ожидать, и любые такие вот сделки закулисные, они рано или поздно станут явью, мы четко будем понимать, за что они продались, за что те купили, и на самом деле они приносят вред, на самом деле они, видите, используются как террористическое оружие, они четко не используются против военных целей. Зараз мені скажуть, скільки у нас є хвилин, а я буду вас питати 1,5 хвилини. Ріші Сунак 100% вірогідністю стане наступним прем'єр-міністром Британії. Третій поспіль прем'єр-міністр Британії є прихильником України і робить, всі вони роблять такі серйозні заяви, що будуть далі нас підтримувати. В чому причина прихильності?
Причина то, что они очень четко понимают, что такое Российская Федерация. Они очень четко понимают. То есть, я думаю, что Великобритания – это одно из первых государств, до которых раньше всех дошло, что это такое, с кем они связаны. И я думаю, что вот как раз это той авангард, который дает нам возможность объединить. Ну, американцы, понятное дело, что они тоже, но у них тоже, видите, с переменным успехом получается то больше, то немножко меньше, но во всяком случае там и республиканцы, и демократы тоже стараются помочь. Угу. Я вот как раз, когда ехал к вам, я читал, как Сунак, да, он отзывался о Борисе Джонсоне. И я скажу, что он очень положительно отозвался, и он подчеркнул момент, когда Борис Джонсон, да, принял правильное решение для них, я думаю, что то, что они сказали, что они вышли из Евросоюза, и плюс очень-очень он хвалил то, что вот Борис Джонсон вот так полноценно поддерживает Украину. Я думаю, что как раз это является одним из его и для нас тоже положительной чертой, что он, я думаю, что будет максимально продолжать вот ту политику, которую Борис Джонсон вел по отношению к Украине. Дуже дякую. Спасибі за те, що були на сусідньому майданчику 5-го каналу. Арчил Цинцадзе, грузинський полковник, військовий дипломат, радник міністра оборони в 15-19 роках. Від себе добавлю, що за британською політикою цікаво спостерігати. Унікальна країна відмовляється від російських грошей, хоча Лондон – це фінансова столиця Європи, раніше була, але відстоює свої британські цінності. Що ж, я роблю паузу невеличку, 4 хвилини, о 19-й новини на 5-му.